Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня я хочу рассказать вам немного о себе и о том, как же все-таки можно открыть свое дело, бизнес с нуля, без больших стартовых капиталовложений, а также расширить свои возможности за счет вооружения новыми инструментами, знаниями и алгоритмами. Еще хочу отметить, что это не теория, в которой много воды, которую вы без моей помощи можете прочитать в большом количестве изданий. Поэтому все, что я даю, это интересно и полезно знать и тем людям, у которых уже в настоящее время есть свое дело бизнес. Ну и прежде чем я начну рассказывать о том, что же я все-таки хочу вам сегодня предложить, убедительная просьба, приготовьте ручку и блокнот, так как ручка и блокнот – это самая хорошая память. Ну а теперь давайте отпустим мое вступление и плавненько перейдем к нашему знакомству и сути дела. Я наконец-то расскажу, зачем я трачу ваше драгоценное время и что я хочу до вас донести. Зовут меня Руслан, мне 28 лет, я житель города Магнитогорск, и я частный предприниматель с непрерывным стажем более 10 лет. Кому интересно узнать более подробно мою биографию, скажу, что у вас будет такая возможность после личного знакомства со мной. 26 лет я задался вопросом, а как можно помочь человеку, который хочет открыть свое дело бизнес? И я нашел ответ. Просто этому человеку нужно показать на деле, а как, собственно, этот любой бизнес вообще делается. Причем перед собой я ставил задачу дать как можно большему количеству людей за меньшее количество времени. Помните фразу «вдвойне дает тот, кто дает быстро». Поэтому после того, как я нашел один ответ, я задался новым вопросом, как все-таки можно помочь большинству. И что бы я сам делал, если бы я потерял все, что имею в настоящий момент. А у меня такое в жизни бывало и не раз. И вы знаете, не так давно у меня в голове этот пазл сложился, и я нашел ответы на поставленные мной вопросы. Помните, если у вас хватило разума поставить вопрос, значит у вас должно хватить разума найти ответ на поставленный вами вопрос. В большинстве своем люди ленятся и сдаются, так и не найдя ответа на вопрос. Но мне повезло, а значит повезло и вам. Потому как эти ответы, алгоритмы у меня уже есть, они актуальны, и я хочу с вами поделиться ими. В этом месте мне хочется отвлечься и рассказать вам один маленький анекдот. Приходит человек устраиваться на работу. У него спрашивают, что можете делать? Могу копать, а могу не копать. Так вот для таких, которые могут копать или не копать, есть один прием. Такого человека не нужно тянуть или толкать. Его просто нужно взять за руку и вместе с ним сделать пошагово определенные действия. Поэтому человеку важно действие, которое преобразуется в навык, который можно культивировать и развивать по мере продвижения вперед. Просто такому человеку нужно показать, как копать, где копать, сколько копать и так далее. А когда придет результат, вслед за этим придут уверенность в себе, свобода и независимость от прежней зарплаты, появится социальная защищенность. В двух словах, качество жизни этого человека улучшится. Немного отвлеклись, но давайте плавненько перейдем к сути, к конкретике, так сказать. Единственное еще, что хочется добавить, что мне тяжело сейчас передать вам словами, и уж тем более в двух словах, то, что нужно показывать наглядно. Сейчас я хочу привести один маленький пример, который частично показывает, в чем заключается моя помощь. Пример, в котором дано. Вы живете в окружающем вас мире, в мире потенциальных возможностей. Но проблема большинства людей заключается в том, что они не видят или просто не знакомы с этими возможностями. Но поверьте, это не значит, что их нет. Так вот, моя задача как раз таки заключается в том, чтобы познакомить вас с окружающими вас возможностями, показать на них, тем самым открыть вам новые горизонты, чтобы вы могли ими пользоваться и у вас была возможность реализоваться, тем самым сделать свою жизнь более насыщенной, интересной и качественной. Так как же все это получить? Я предлагаю вам пройти мой авторский тренинг, на котором я обучаю людей практическим действиям и показываю, а как можно создать свое дело, бизнес без стартового капитала. Каким образом все это возможно? Скептикам отвечу и покажу, что в настоящее время это возможно. Причем, чтобы заниматься бизнесом, в настоящее время достаточно всего лишь иметь компьютер. Когда своего компьютера нет, в некоторых случаях можно воспользоваться компьютером из интернет-салона. Помните, безвыходных ситуаций не бывает. Но лучше, чтобы это был ноутбук, так как он мобилен, и тогда вы вообще не привязаны к месту. Выход в интернет, наличие своего персонального сайта, веб-камера и набор бесплатных необходимых программ. Все вышеперечисленное будет являться необходимыми инструментами для занятия своим делом бизнесом. Из всего перечисленного, как вы, наверное, успели отметить, необходимо иметь свой персональный сайт. Так вот, с помощью бесплатной системы и набора бесплатных программ я помогу вам самим создать свой персональный сайт. Да-да, вы не ослышались, самим создать свой персональный сайт. Сначала мы вместе создадим вам ваш первый сайт, после чего у вас будет возможность создавать любое количество сайтов. Причем на создание сайта уходит порядком 10 минут.
Затем его нужно наполнить необходимым контентом, но не пугайтесь, этому вы тоже научитесь, и поверьте, это очень увлекательный, интересный творческий процесс. Так вот здесь я хочу особенно отметить, что иметь свой персональный сайт – это полезно людям, у которых уже в настоящее время есть свое дело бизнес. Каким образом, спросите вы? Представьте картину, вы владелец магазина, ну, к примеру, джинсовой одежды или у вас какой-нибудь модный бутик. Или просто отдел, да и вообще все что угодно, хоть секонд-хенд. Так вот, какие возможности дает свой персональный сайт? С помощью своего персонального сайта вы можете рассказать о себе, о своем товаре или услуге. Можно выложить фото, видео своего товара. На сайте будет актуальная информация о вашем месторасположении, так как бывают случаи, что вы переехали в другое место по тем или иным обстоятельствам. В этом случае вам не придется терять своих клиентов и нарабатывать новых. Вы просто информируете их с помощью массовой рассылки о том, что вы переехали на другой адрес и все. Или просто выложить видео о том, как вам проехать, добраться, чтобы ваш клиент заочно увидел своими глазами о том, где вы находитесь, и после без проблем добрался до вас. Также вы можете информировать своих клиентов о новых поступлениях или скидках, тем самым возникает экономия на рекламе, и это позитивно влияет на ваш товарооборот. Также на сайте можно проводить опросы, что нравится или не нравится вашим клиентам, анализировать статистику сайта. С помощью таких инструментов можно без проблем самим проводить маркетинговые исследования. А имея рассылку на своем сайте, можно ненавязчиво попутно продавать дополнительные товары или услуги. Поэтому иметь свой персональный сайт – это значит идти в ногу со временем. А также это престижно и очень удобно для поддержания связи со своими клиентами. А еще в настоящее время это необходимый инструмент для действительно успешного ведения бизнеса. Также на сайте можно активировать модуль интернет-магазина, с помощью которого вы получаете свой персональный интернет-магазин, на котором вы можете размещать все что угодно. Как активировать модуль? Об этом вы узнаете на моем тренинге, и вам не нужно будет арендовывать какую-либо площадь, чтобы иметь свой магазин. Просто выкладываем товар в магазин и продаем его со своей торговой наценкой. Также, имея свой сайт, у вас появляется возможность зарабатывать на партнерских программах на размещении баннерной, контекстной рекламы на вашем сайте. И при всем при этом, вам абсолютно не нужно будет получать специального образования, и вам абсолютно не нужно знать языков программирования. Поверьте, в настоящее время это возможно, и это не сложнее, чем разобраться в новом телефоне. Знаете ли, что в жизни происходят парадоксальные вещи? На этот счет приведу еще один маленький примерчик. Пример. Одни умеют зарабатывать деньги и даже знают, какие инструменты им нужны, чтобы зарабатывать еще больше денег. За этими инструментами они обращаются ко вторым, которые учились много лет всяким языкам программирования, чтобы писать всякие программы и создавать эти востребованные первыми инструменты. Но что самое смешное в этом, что вот уже как 5 лет есть система, в которой есть все необходимые инструменты, за которыми первые обращаются ко вторым, и которые в свою очередь, видимо, умалчивают об этой системе, дабы не остаться без хлеба. Так вот, я хочу познакомить вас с этой системой, чтобы вы были вооружены и не тратили лишних денег. И помните, что мудрый человек знает, что сэкономленные деньги – это заработанные деньги, а самые хорошие инвестиции – это инвестиции в себя. Но моя основная задача – не обучить вас сайтостроению, хотя вы этому тоже, несомненно, научитесь. И поверьте, это очень полезный навык, которому стоит научиться. Познакомить вас с инструментами, дать вам алгоритмы для их использования, показать на конкретных примерах, что с помощью своего персонального сайта вы можете реализовать любые товары и даже услуги. Да-да, и здесь вы тоже не ослышались, услуги тоже можно продавать через интернет. Неважно, будь то вы бухгалтер, юрист, экономист, агент по недвижимости или просто муж на час. Все, что вы делаете в обычной жизни, можно продавать через интернет. Как это сделать, вы узнаете на моем тренинге. Так вот, еще раз хочу отметить, что моя основная задача – показать вам, как эффективно использовать инструменты и как с их помощью можно делать бизнес с нуля. Поэтому я даю конкретно направленный вектор и пошаговую инструкцию, с помощью которой вы действительно сможете добиться хороших результатов. Также я расскажу о закономерностях и секретах торговли, которых вы вряд ли узнаете в книге. Расскажу о секретах ребрендинга, да и вообще расскажу о бизнесе много полезной информации. И поверьте, мне есть что рассказать. Также я максимально упрощу вам задачу на поиск необходимой вам информации. А в процессе обучения вы будете учиться нестандартному мышлению, с помощью которого вы сможете увидеть вещи, которые не видит большинство людей. Возможно, все, о чем я сейчас рассказываю, может показаться сложным. Но поверьте, это представление рассеется, когда вы все увидите своими глазами. Помните, не так страшен черт, как его малюют. Сейчас я хочу обратиться к родителям. Если ваш ребенок любит сидеть за компьютером, пусть он проводит это время с пользой. Дайте ему возможность реализовать на практике знания, которые я даю. И пусть он построит
свой бизнес. Да-да, именно так. Не стоит удивляться, так как в настоящее время это действительно возможно. А еще вы сами все это прекрасно видите, что молодые люди все очень быстро схватывают и быстро во всем разбираются, поэтому результат не заставит себя ждать. Поэтому, родители, если у вас закралось сомнение или страх, что вы сами не сможете разобраться в том, что я даю, дайте эту возможность своему ребенку. Пусть он поскорее познакомится с наиболее эффективными инструментами для построения своего бизнеса. Хватит играть в Counter-Strike. Также хочу обратиться к студентам и их родителям. Сейчас особенно прислушайтесь к тому, что я скажу. Знания, которые я даю, не дают в университете. А еще ответьте себе на пару вопросов. Зачем вы учитесь, чтобы получить диплом и найти работу, за которую платят деньги? Образование – это хорошо. Там вас научат считать деньги, но плохо, что вас не научат их зарабатывать. После того, как вы устроитесь на работу, вы просто будете менять свое время на деньги. Так вот здесь, в этом месте, мне хочется провести маленькую аналогию и озвучить стоимость своих услуг. Так вот, аналогия. Студенты платят 5 лет по 3000 рублей, чтобы потом, возможно, получать 15. Так может быть, лучше заплатить один раз 3000 рублей за мой тренинг, потратить 3 часа времени на прохождение моего тренинга и 7 дней на разбор материала, который вы получите во время тренинга, чтобы затем зарабатывать 30, 50, 100 тысяч рублей. И это не предел. Не правда ли интересное предложение? Когда как ваша конечная цель заработать деньги, помните, мудрый человек тот, кого больше всего раздражает потеря времени. И еще, поймите, я не отговариваю вас учиться или бросать свое дело, бизнес. Просто я показываю дополнительные инструменты, как ими пользоваться, и тем самым я даю возможности для еще большего заработка денег. Так что зачем работать на кого-то, если можно работать на себя? Давайте оставим полемику о том, что в моей жизни бывают ситуации, когда денег нет и прочая всякая чепуха. На это я только спешу добавить фразу кого-то из великих, что если у меня забрать все мое состояние, то я его сколочу вновь. Поэтому, чтобы зарабатывать деньги, не всегда нужен стартовый капитал. Деньги уже есть, они вокруг вас. Вам просто нужны знания, инструменты и конкретный алгоритм, который заставит деньги течь ручьем именно к вам в руки. Вам тяжело зарабатывать деньги? Если ответ «да», то, возможно, вы просто не умеете их зарабатывать. Поэтому, кого заинтересовало мое предложение, звоните мне или моему секретарю на номер 8-909-099-88-77. Записывайтесь на мой тренинг, на котором вы научитесь новым знаниям, с помощью которых вы научитесь экономить и зарабатывать деньги. Учитесь и монетизируйте свои знания. Ну и на сегодня все. Давайте я еще раз напомню адрес нашего сайта www.ringmoney.ru. И еще раз напомню о стоимости своих услуг, которые составляют 3000 рублей. До скорых встреч, уважаемые дамы и господа!